поздравляю с Масленицей, желаю всем здоровья, счастья, успехов и всем. И самое главное, блинчиков поешь побольше. Вот. От себя, как от депутата, хочу провести маленький конкурс спортивный. Вернее, даже мы проведем маленький конкурс спортивный. Участвовать или проводить. Значит, называется, я его увидел, как у своего друга на свадьбе, называется «Самые сильные пальцы». Кто присутствовал в свое время на стадионе на празднике спорта зимы, он видел это. Вот. К сожалению, молодые люди, 18+, этот конкурс. Значит, кто победит, я сейчас объясню, что нужно делать, получит вот такой замечательный волшебный напиток спортивный. Вот такую баночку замечательного напитка. Значит, объясняю, в чем смысл.